Производство киностудии «Таллинфильм». Põllumajandusosakonda, palun. Tere. Сельхозотдел, пожалуйста. Здравствуйте. Я из лесного звоню. Сколько засеяно? Не знаю. Председателя нет. Поле, наверное. Дадите сведения завтра. Ладно, я выясню и позвоню. Мобилизуйте всех колхозников. Желаю успеха. До свидания. Запускайте. So erregt und was mein Herz bewegt. Ich warte auf dich, du bist das Glück für mich, mein Herz ruft nur nach dir. Kein Traum geht dahin, wo ich nicht bei dir bin. Dein Bild ist in mir. Du weißt genau, was meines Lebens Sehnsucht ist, dass du die Frau in allen meinen Träumen bist. Ich warte auf dich, das Leben wird schöner für mich. Хватит смотреть эту чушь, черт побери. Думаешь, мы не понимаем, что ты нам показываешь? Но это же не Ева Браун. Один черт, все эти Марики и Евы, гитлеровские шлюхи. Собирай свое барахло и катись отсюда, пока я тебя не накостылял. Ассер. Ставь свои пластинки, будем танцевать. Bester brun på bröstet länger som ett spänne På din gässa lyser gyllne kronor tränne Men när alla dina rutor går i brand Och när kvällens mantel sveper sig kring henne Vill jag sitta i en båt på Canal Grand Jag vill ha en gondol Ut i Nordens Venedig
ledig. Från Osterian hörs melodin, den har glöd trots en spröd mandolin. På Norrström utan mål jag mitt hjärta vill ge dig. Fast du ej det begär, öm och kär blir man blott ut i Nordens Venedig. Который час? 9. Почему вы так поздно являетесь на работу? Я жду вас 5:30, весь продрог. Я направлен к вам уполномоченным по весеннему севу. Меня зовут Майт Кукемери. А вас как будто Харальд Тувики, так я вчера слышал. Сколько вы засеяли? Мы еще не сеяли. Почему? Рано еще, земля мокрая. Я тут всю ночь бродил. По-моему, уже пора. Видишь ли, это имение помещик заложил на болоте. Держал пари, что будет рис выращивать. Так что сеять здесь можно только в конце мая. Бросьте шутить. И ночевать мне негде было. Был на вечере, танцевал и не нашел, где переночевать. Не нашел. Лина! Лина, друзья! Лина, поди сюда. У меня урок. Что же это такое? Целый вечер с парнем танцевала и не могла ночлег ему устроить. А где? У себя или еще где-нибудь? Стой. На складе учебных пособий можно его поселить? Можно, если только он ничего не поломает. Простыни у тебя есть? Нет, об этом разговора не было. И здесь вы хотите поселить уполномоченного? Что ты так сполошился? Это же школьное учебное пособие. Видишь, что даже свет от ветра турбины. В котором часу завтра встаем? Да как проснемся?
Meil tarvis päiksega tõusta. Nam nada с солнцем вставать. Ja, to sam go znaite. Я встаю с женой. Teate. Ma tahan sügisel. Понимаете, этой осенью я собираюсь в университет поступать. Для этого я должен сев провести на отлично. А если вы спать будете, я из вас котлету сделаю. Здесь удобно. Две двери. В каком смысле удобно? В том смысле, что можно удрать, если понадобится. Да-да, ведь кругом лес. Я не боюсь. Револьвер у тебя есть? Нету. Оно и лучше, а то еще кого-нибудь из своих укокошишь. Погоди, постой. Безжалостное феодальное общество забыло своего вундеркинда. Моцарт умер в возрасте 35 лет в 1791 году. Не узнаю. Посмотри еще. Я же ничего не видел, кроме ног. Если узнаешь, скажи честно, не бойся. Я видел только ноги. Пойдем. Здравствуйте, дети. Мальчики к стене. Закатать штаны. Еще выше. Что еще показать? Кажется, это он. Этот, который в галошах. Где его сумка? Не такой он дурак, чтобы велосипед у себя оставить. Разберет на части и продаст. Что ты опять натворил? Пойди сюда. Подними руки. У вас дома есть ружье? Это от твоего велосипеда? Может быть. Чье это? Я спрашиваю, от чьего велосипеда? Не смей его бить. Смотри, парень, школы тебе не кончить. Хочешь, чтобы твою тетку выгнали из колхоза? Честное слово, я не брал. Но я знаю, где он.
Где он? Кустан магазин. Где, я спрашиваю? Выходи. Выходите все. Я на тренировке был. Проверял. Нет. А местные говорят, что еще рано. Настроение у них пораженческое. Не знаю, что будет. Завтра к вам приедет товарищ там. Мобилизуйте всех колхозников. Хорошо, до свидания. Завтра товарищ там приедет. Завтра? Надо сделать все, как полагается. Собрать колхозников, стол для президиума. И меня представьте. А то не все знают, кто я такой. Не хочу. Иди сюда. В чем дело? А ты ему про свои дела с Линой и про водочку тоже расскажешь? Какую водочку? Я пью рыбий жир. Да и не ваше это дело. А чего ты каждое утро бегаешь, похмелье разгоняешь? Оставьте свои глупые шутки. Товарищ там, мы ждем вас в зале. Чем ты тут занимаешься? Почему люди не в поле? Тувики говорит, что сеять рано. Мало ли, что Тувики говорит. Ведь уполномоченный ты. Сколько у тебя засеяно? Нисколько, нисколько. А сколько у тебя комсомольцев? Кроме меня еще один. Так вот, создашь организацию и заставишь работать.
А что здесь происходит? Собрание. Собрание. Работать надо. Здравствуйте, товарищи. Что здесь происходит? Можете вы сказать, что здесь происходит? Что здесь происходит? На дворе светит солнце. По всей Эстонии идет сев. И в колхозе Лесной тоже сейчас начнется сев. Все как один на работу, прошу вас. Держи прямо. Налево поворачивай. Все, машина сама отсюда не вылезет. Надо вытаскивать. Эй, кто-нибудь, снимите меня. Кто в сапогах? Ведро, поди сюда. Ну все. Саботаж. Товарищ там, что же мне делать? Сеять. Поехали. Товарищи, завтра все явитесь сюда. Будем сеять вручную. Тувики я сеять не буду. Правильно. Как это не будешь? Тише, тише, не ссорьтесь. Расходитесь по домам. Ребята, слезайте с дерева. Нечего ветки ломать. Сервисы еще смеются. Идите сюда.
Где сели суп и организовались? Кто заварил эту кашу? Коля, куда? Что-что? Где сели суп и сено организовались? Кес инициал? Кто заварил эту кашу? Как смеется? Двое. Кес? Кто? Там и куки мери. Там и куки мери. И сабуни тадверсельми. Что глаза таращишь? Видел, как трактор увяз? Сюк, саму да, сепалу, камина, разве по такой грязище можно сеять? Кто там дурит? Выпрямить спину. 6, 2, 3, 4. Что ты там увидел? 8, 2, 3, 4. Хорошо, заканчивай, мальчики. Ничего, продолжайте. Я так не могу. Лина, вы свободны сегодня вечером? Отлично. Мы должны создать первичную комсомольскую организацию. Надо вырвать инициативу из рук председателя. Кого вы можете порекомендовать? Я не знаю, здесь и молодежи-то нет. Может, виксуры? Но я не думаю, что они придут. Почему вы не в комсомоле? Уполномоченный спрашивает, почему мы не в комсомоле. Слышу, я не глухая. Видишь ли, тут такое положение. Знаю я ваше положение. Все отлично вижу. В два горла масло уписывайте. Моя жена боится. Нечего бояться. Какой из меня комсомолец? Кругом леса. Ночью в окна заглядывают. Смотрят, что делаем. Ширму купили, теперь жену можно спокойно обнимать. Чего болтаешь? Стыда у тебя нет. А сами по своей инициативе? Вы же оба молодые. Кокнемся. Что, не крашеные яйца в горло не лезут? Дайте вилку, пожалуйста. Слухи ходят про англичан, про янки. Болтай, болтай. Будто янки... А ты поменьше слушай всякую сволочь. Не те времена. Это мы тоже слышали. Прекрати, Петер. Я его не боюсь, я знаю, о чем можно говорить. Болдаты все-таки. Идите-ка вы отсюда. Не кудахтай, не кукарекай. Товарищ, пошли вниз.
kuulge seltsimees, mis te nüüd olite? Paslusti, tavarish, kak vastan? Kukkemeri. Kukkemeri. Ega ta mul iga päev ka niisugune. Ana, omnia nii всегда такая. Adur. А возвращусь хоть на вечер сюда. Как же я пойду в мокрых брюках? Что это значит? Я дам вам наш велосипед. Отсюда можно добраться до старой железной дороги. Стой! Вот так! Погоди! Нет, еще не начинали. По всей республике идет сев. Все уполномоченные уже представили сведения. Ты уполномоченный или кто? Да, я уполномоченный колхоза «Лесной» и прошу у вас помощи. Одному невозможно. Завтра ровно в 7 сообщите данные о ходе сева. Ну, едет, наконец. Мужики, уполномоченный едет. Тувики, ты спишь? Пускай себе едет.
Погоди, ты что? Знаешь? Здравствуй. Привет, только что звонили. Сюда едут зерно проверять. Что? Из района. Пусть приезжают. То есть как это пусть? Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что? Говори, говори. Уполномоченный хочет говорить. Дорогие товарищи, в то время как вся наша великая родина охвачена неслыханным созидательным трудом, кое-кто кое-где еще сетует, мол, земля мокрая. Товарищи, нельзя больше тянуть с весенними полевыми работами. Это результат близорукости и ограниченности. Не те времена. Мы должны начать сев, и я его начну. Я уверен, что мы примем решение работать также 1 и 2 мая. Это наш почетный долг. Товарищ и осенью приедет к нам уполномоченный, если направит. Не понадобится. Если мы сейчас посеем, убирать осенью будет нечего. Замолчи. С нас хватит и весеннего уполномоченного. Знаете, девушка, я с вами уже однажды разговаривал и должен сказать, что вам здесь многое не нравится. Интересно, откуда у вас такие настроения? Ну-ну, мы сеем, когда время приходит. Сейчас еще время не пришло. Пришло. Для кого? Не для кого, а для сева. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Прибыли? Да. Я тут как раз беседовал с товарищами. Может, и вы хотите выступить? Нет, спасибо. Приступим к делу. Вы пока свободны. Здравствуйте, товарищи. Сколько зерна на складе? 6000. Посевная площадь 75. Маловато. Что собираетесь делать? Но ведь осенью тоже приезжал контролер. Ну и что? Протоколы у вас? Да. Ты смотри, наших не подведи. Ну вот, я сразу понял, что ты свой парень. А тут что припрятано? Отруби, мекина. Так, ну а это что? Мука. Разве ты не помнишь? Для детей. К выпускному вечеру. Мука для выпускного кренделя. Нечего передо мной комедию разыгрывать. Только свою вину отягощаете. Я вижу, вы тут сговорились. Придется составить протокол о размоле посевного зерна. Прошу взвесить. Зачем взвешивать? 10 килограммов, я знаю. Вешайте, вешайте. Пожалуйста, подпишите. Товарищ Кукимери, там каких-нибудь 10 килограммов муки. Я не считаю нужным составлять протокол. Дело не в килограммах, а в принципе. Что ты задумал, парень? У меня еще есть бумага. Я этого дела так не оставлю.
Это же для детей. Крендели спечь к выпускному вечеру. Kes päevast päeva jõi ja raha puudus viial polnud talla. Жил-был ковбой, он вечно был хмельной и никогда без денег не сидел. Вот продал он осла и ласса заложил, и славную красотку полюбил. Добрый день. Здорово. Сеете? Это удобрение. А когда начнете сеять? А ты кто будешь? Майт Кукемери. Направили к вам в колхоз сев проводить, уполномоченным. Старый киц. Хозяин. Чего тебе? Когда же вы сеять-то начнете? Вы вроде бы сами должны это знать. Конечно, должен. Но может, посоветуете мне что-нибудь? Район от меня данные требует. Здесь саботируют. Это высокая женщина, которая тут у вас. Только авторитет подрывают. Снимай штаны. В каком смысле? Сядешь голой задницей на землю, если не холодно, значит, самое время сеять. Скажешь, что засеяли вдоль железной дороги. Туда никто не сунется с проверкой. Рискованное дело. Ничего, они побоятся туда пойти. Сиди смирно, взрослый парень. Потерпи. Стой, куда ты? Ну иди. Уж я как-нибудь сам. Сельхозотдел, пожалуйста. Здравствуйте. Это Эльза? Будь добра, передай привет товарищу Таму. Скажи ему, что у нас тут дело наладилось. Отношение людей изменилось. Сев, начали? Да, сегодня уже начали, на низинных. То есть на высоких землях. Сколько? Председатель говорит, что 14 гектаров. А чего? Ячменя. Ячменя. И немного овса. Что ты мелешь? Хорошо, до свидания. Да, ничего другого не остается, как приниматься за работу. Нет. Куда смеешь? Что значит нет? Сами тут врем. Товарищ Тувики, так дело не пойдет. Пустяки. А иначе с нами вот что сделают. Мокрый парень, понимаешь, нельзя сеять. Не понимаю этого, не понимаю. Ты голой задницей к земле прикладывался, сразу вскочил. Вскочил, не вскочил, а сеять придется. Займись ты лучше своими делами. Что значит своими? Разыщи Лину. Замолчи. Вот это твое дело.
Смотрит. Кто велел тебе за мной шпионить? Я за водой пришел. Я тебе покажу за водой. Очень больно. Я не хотел туда ударить. А я себе большой палец вывихнул. Дергай сильнее. Хочешь? Ты что же, ходишь побираться? Нет. Все, что у ребят в классе остается, мне отдают. Поэтому меня и прозвали ведром. А родители тебя что, не кормят? Их в войну убили. Бабушка меня отправила в деревню, чтобы я у тетки кормился. А тетка с детьми сама голодает. Не попрошайничай. Это оскорбительно для советского человека. Держись. Надо всегда оставаться человеком. Вот получу аттестат, соберу мотоцикл и уеду из этой дыры. Мне только магнита не хватает. Пошли отсюда. А это тебе не годится? Слабое. Нет настоящей искры. В городе я бы тебе раздобыл магнита. Работа идет полным ходом. Засеяно 62,5 гектара. Так много? Да. Товарищ Кукемери, я слушаю. Вот видите, когда мы мобилизуемся, нам все задачи по плечу. До свидания. Спасибо.
А ты долго тут пробудешь? Как только сев закончится, сразу смотаешь. Ну, значит, еще не скоро. Я в университет поступаю. Вот налажу мотоцикл, все бабы станут за нами бегать. Я вижу, тебе эта пионервожатая нравится. А что? Мне тоже костлявая нравится. Тере. Здравствуйте. Хвастива. Вас стреляли? Рони Беала. Садись. Миссис, я... Что ты тут посеял? Ячмень. Молодец. А там, у леса? Яровую пшеницу. Яровую? А сколько? Не помню, можно справиться. Не помнишь. Так, а здесь сеял? Сеял. Что, сколько? Ну, что ты молчишь? Останови машину. Нам между собой надо потолковать. Будь добр, выйди. Ну, а что ты теперь скажешь? Рано было сеять. Урожай бы сильно пострадал. Стало быть, ты об урожае заботишься. А мы идиоты, бюрократы. Я этого не говорил. А знаешь, что у тебя семян только наполовину той площади, которую ты указал. Так-то, сынок. А сеять должен. И семена бери, где хочешь. Мне их негде брать. А надо. Ясно? Семян же нет. Придет лето, и все твои хуторяне на рынке будут крупой торговать. Откуда тогда зерно возьмется? Соображай. Для чего тебя сюда направили? Футбол гонять? А еще хочешь в университет поступать? Я же не только в футбол играю. Так трудно бывает, что жить не хочется. Довелось бы тебе под великими луками воевать. Наверное, в штаны бы наложил. Позови-ка Костю. Водитель, в машину. Осторожно. Чего ломишься? Где твой мужик? Харальд. Там дули. Харальд, там приехал. Здравствуй, Тувике. Туйдут, Мигавара. Рановато ты спать завалился. Ты откомиссул. Поисон кокку вилистанут. А знаешь, что насвистел этот парень?
Куле, ну мы сайся, сай элита. Что с тобой? Ну и ты как бы так, скажи что-нибудь. Калев он сурнут. Ваш однополчанин Калев умер. Не напейся до смерти. Послушай, Тувике. Что же теперь будет? Иди спать. Надо семена у наших людей собрать. Хлеб на трудодни — это их единственный заработок за 2 года. Я отбирать его не стану. Где мотоцикл? У сарая. Здравствуйте. Я пришел по поводу... Иди к малышам. Семенного зерна. Товарищ уполномоченный. Но у нас больше ничего не осталось. Одна коза. Если надо, возьмите. Сейчас лето, как-нибудь обойдемся. Привет, Куку. Привет. Ты что тут делаешь? Эй, голодранцы! Все сюда! Пляшите!
Кула! Слушай. Сава Леандер. Зара Леандер. Здравствуйте, товарищ Китс. Здравствуйте. Здорово. Чем могу быть полезен, молодой человек? У меня к вам мужской разговор. У вас есть излишки зерна, а в колхозе не хватает семян. Не согласитесь ли дать нам зерна взаймы? Я свое уже отдал. Как отдал? Кровью, молодой человек. Петр. Что? Помоги мне. Ты что? На спину взвалить. Это мое зерно. Быстрей. Я его на трудодни получил. Быстрей. Что уставился? Ладно, поедешь со мной. Сам передашь свое зерно. Доигрался. Эльза, дай-ка мне там. Я не шучу. Надо. Там слушает. Здравствуйте. Кукемери говорит. Дайте мне еще 800 килограммов. Очень прошу. У тебя что же, совсем нет? Я тут все обшарил. Нигде ничего.
Зерно всем нужно. Решай эту проблему сам. Нельзя оставлять поля не засеянными. Сам понимаешь. Ладно. Вино! Я чужого не брал. Не верю, что у вас нет зерна. А я и не говорю, что нет. Зерно, полученное по трудодням, небось, все целое. Да, но оно мое. Первым делом надо все колхозные поля засеять. А уж потом на рынок крупой торговать. Если останутся излишки, меня не касается. Свои клочки-лоскутки не оставили бы пустовать. Клочки-лоскутки. Отец, помолчи. Если бы все, как вы рассуждали, это уж ваше дело гадать, что бы тогда было. Тут и гадать нечего. Я слышал, ваша дочь собирается в университет поступать. Майт, пусть говорит. Дай человеку высказаться. Тогда я сделаю все, чтобы она туда не попала. Майт, пусть говорит. Почему мы должны давать образование людям, чьи родители не хотят помочь стране в трудную минуту? Вы что, не боитесь? Храбрец. Забери все зерно сам. Вот ключи. Этот от большого амбара, этот от заднего. У вас что, так принято, чтобы девушки по ночам ключи приносили?
Что мне еще остается делать? Лина, страшно здесь, но я сделаю так, что все уладится. Проведем этот сев. Поступим с тобой в университет. Убежим отсюда, да? Дорогие товарищи, дети, вы наши первые послевоенные выпускники. Сегодня мы провожаем в путь нашу молодую стаю. Расправьте крылья и летите. Если бы вы могли и вправду взлететь и глянуть вниз, вы бы увидели землю, у которой все еще впереди. Передо мной выпускной Крендель.
Отведайте и запомните его вкус. Он из зерна, выращенного на нашей родной земле. Дети, не забывайте свой край. И если вам придется туго, возвращайтесь сюда. Родная земля всегда примет вас. Желаю вам счастливого пути. Отдел, пожалуйста. Это Кукка Мери из колхоза Лесной. Да. Все закончено. До свидания. Ишь ты, кто-то дверь смазал. Вот ты где. Всей деревни тебя ищем. Почему к нам не идешь? Пошли. Студня поешь. А то он скоро растает. И крендель попробуй. Ну что ты? Уезжаю. Уезжаешь? Что? Вот как. Выходит, ты не хочешь стать председателем. А я думал, ты на мое место метишь. Послушай, тут такое дело. Дело? Дай сказать.
Я. Ну? Зерно, которого нам не хватало, я раздобыл. Ключи у тебя под примусом. Постарайся забрать скорее. Куку! Куку! Дай голова! Дай меня, мама! Куку, уже уезжаешь? Совсем? Погоди, и я с тобой. Куку, возьми меня с собой в город. Аттестат у меня в кармане. Поступлю в милиционеры или в железнодорожники. Все равно. Ты видел, как я на мотоцикле гонял? Не видел? Бабы за мной целой толпой, а впереди всех твоя Лина. Да ты не грусти. В городе много костлявых женщин. Найдешь себе другую. Сразу повеселеешь. Город есть город. Куку, пикали. Прячься. Приветствую тебя, Кукина. Здравствуйте. Как Тувики поживает? Праздник празднует. Вот так? Тогда мне незачем туда ехать. Отойдем. Костя, поворачивай обратно. Ты куда собрался? В город. Все закончено. Я звонил. Так, знаешь что? Поступило предложение назначить тебя в нашем районе уполномоченным по государственному займу. Когда? Сейчас. Здесь? Да. Шутите? Университет подождет. Ты еще молодой, успеешь. Так что подумай и решай. Ну, всего хорошего. Автор сценария Карл Хелемяе. Режиссер-постановщик Петер Сим. Главный оператор Арво Ихо. В ролях: Арво Кукумяги, Тыну Карк, Калью Комиссаров, Фрид Адамсон, Ред Павель, Арне Юкскюла, Пауль Пом, Айра Юхансон и другие. Художник Прит Вахер. Композиторы Янус Нигисто, Эрки Свентюр. В фильме использована музыка Дмитрия Шостаковича. Редактор Томас Раудам, директор картины Вероника Бабосова. Фильм озвучен на киностудии «Ленфильм» в 1981 году.
режиссера звучания Лилиана Маркова, звукооператор Галина Лукина, текст читал Павел Кошлаков. Конец фильма.